В общем, короче, Евкакий думал, что мы будем жрать суши, играть в Mortal Kombat. Но нет, мы будем двигать мебель. Я на это не подписывался. Мы тебя подпишем, что, долго ли? Короче, вот этот шкаф сейчас будем двигать туда, а тот столик будем разворачивать, чтобы он в широкую был. Чтобы Евкакий мог уютно сидеть вот на этом стуле, я буду... Я что-то, блин, вообще не понимаю, где лежать? Трон? Где вот этот вот огромный, вот он твой трон, царский вот он. Трон, где это, блин, груша вот эта вот и скипетр, блядь. Вот он, царский трон, вот груша, скипетр, вот он, блядь, в виде селфи-палки моей. Короче, Евкакий, тебе повезло. А чего у тебя кулер второй не крутит? А я его отключил пока что. Чего ты сказал? А? Чего говоришь? Я говорю... Короче, привет Шарику. Шарик, приезжай сюда и вразуми Евкакия, как следует, выдай ему люлей. А то он что-то слишком распонтовался. Без суши, совсем охренел уже. Пока ждем их. Чего ты там хотел сказать? Да, я покажу людям. Вот я, только попробуй слуйкнуть у меня. Я не буду ничего плохого говорить. Я просто хочу сказать, что у нас Виктор системный администратор, знающий человек, умеющий человек. Но ленивый. И ленивый он. Но очень, сейчас ЭПО не пришла. Очень он ленивый. Я ему говорю, блин, ты посмотри на свой компьютер, ты обслужи его. Ох, немножко раз, пыльный, блядь. Процентов на 98. Ох, сволочь, блядь. Просто обслужить. Знаете, подсветку, блядь. В общем, вот так вот это все выглядит. И вообще уже давно пора, блин, апгрейд ему делать. Вот апгрейд, видишь, Steam Tuner новый. На это вот это вот, да, который там Dark спрашивал, вот она. Да. Он ее все-таки решил поставить. Да, но я когда поставил, ее винда загрузилась, и там все слетело к чертям. Пришлось ее восстанавливать. Короче, я разбираться буду с этим позже. Но пока пылесоса нет, я решил особо здесь не пылить. Пылесос придет. Я как раз буду обновлять систему в том плане, что... Не пылить, он говорит. Ну, чё, чё, Евкакий? Да нормально. Короче, будет новый процессор. Ну, не новый, старый, но более мощный, чем тот, который сейчас стоит. Жесткий диск я уже поставил. TV-тюнер тоже поставлю скоро. И будет вообще огонек. Вот вообще просто шикардосик. Ты его не поставил, ты его положил. Положил, я же тебе объясняю, я когда поставил его, винда просто сломалась. Я вот сейчас тебе даже показать это могу. Ладно, не буду я оскорблять сегодня Виктора. Наверное. Ставьте лайк, чтобы я Евкакию по лбу чпекнул. А я буду похож на муху. У них такие же глазки. Как муха. Я буду мухой. Пиздец. Короче, ждем суши, двигаем мебель. Раздвигаем сейчас этот столик, настраиваем рабочее место, суши приходят, жрем и начинаем стримить. Да? Да? Да!